Казак донец, и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец. Ансамбль «Казачья песня» имени Владимира Николаевича Гуселетова готовится к первому после долгого перерыва концерту. Два года назад коллектив простился со своим руководителем и отцом-основателем Владимиром Николаевичем Гуселетовым. Владимир Николаевич считал ансамбль делом всей своей жизни, и до сих пор на каждой репетиции участники «Казачьей песни» ощущают его присутствие. Когда поем песни, которые мы с ним учили, мы прям понимаем, что он присутствует. Это причем все. Вот закончим «Калинушку» репетировать, и все в этот момент говорят: «Николаевич здесь был». Он с нами, он никуда не ушел. Теперь это ощущается как никогда. Уважаемые жители нашего города и округа, приглашаем вас на концерт ансамбля «Казачья песня» имени Владимира Гуселетова 27 марта в 15 часов в малый зал Дворца культуры Гагарина. Мы вас ждем!